На ботами. Легион Командер против Бруды. Ну да, для Бруды здесь просто лейн сказочный. Хотя по крипстату не все так гладко. Тарайер 28. А Айсфайер всего лишь 10. Ну да, там стрелы. Они уже третьи. Пауков сгрызают они, по сути, сразу же. Пока пауки еще слабые, тем более. Да, все, задержку поставил. Все, ребят, всем еще раз привет, да. Перешли мы на этот канал полноценно уже. Легион Командер от Сайры проседает. Ну, убить сложно. Легион Командер все-таки герой толстоватый. И уже скоро дуэль появится. Ставит центри. Как же без них? На топе Дизраптор. Третий уровень имеется. Есть Глимс, Хенсикфилд, Thunderstrike. Все по одному. Ну и Алхимик по крипстату проседает. Но вот опять же, мы взглянем на Нетворс, и мы понимаем, что несмотря на какие-то там крипстаты или что-то такое, у него будут стаки. Хотя их тут пока не особо много. Да, заблочили. Смотрите, сколько всего. Алхимик так без стаков. Даже на эльштах ничего нет. Это проблема. На топе тем временем Слардар, Чизи готовы пойти в бой. На подвышку лезть не очень хочется. Это рискованно. Это неоправданно. На ботом Легион Командер. Но дуэль давать соло не очень выгодное решение. Сантри-то стоит в Тайсайры. Поэтому надо как-то Райеру самого Сантри прикупить и убрать его. Мешает. Паук. Пам. Одного сгрыз. Ну да, понятное дело, почему крипстата у Райера такой хороший. Потому что пауки. Пауки. Ну хотя и по нетворсу идет в топе. На топе. Проблема. Бристлбека под оверчаржем. Бьют очень сильно. Спрейт. Спрейт по максимуму. Бристлбек. Ну там еще дают и Глимс. И снова минус. На мид выходит на Чибикса. Войд. Инвиз. Соник Вейв. Ну и тут уже ничего не поделал бы. Алхимик. Он пытался, но не смог. Пытался, но не смог. Так, почему-то задержка не поставила. Супер. Не поставилась задержка, очуметь. Она не ставится просто. Ладно. На топе Полсон. Стан по Бристлбеку. Бристлбек на спрею отходит. Станчик еще один, просто вот так тратит ману. Попросту маны больше и нет. Бруда, базилка, солринг. Центричников много, ну и готов здесь Джесси Ваш делать минус по дуэлю. Стрелы, бой очень больно Бруде, да, и Бруда сейчас вылезет. Там пауки, вроде как на сталке распалили, и Бруда сейчас должен стоять под вышкой. Нельзя давать дуэль ни в коем случае. Пауки, вот тут армия просто пришла. Сталкера нашла. Стрелы. Оп. И просто, опять же, очень много денег. Опять же, крипстат. С таким успехом можно соточку убить на минуте 9 спокойно. Ну и пока сталкер теряет время, попросту уже минута прошла, он стоит, он никого не гангает. Он ждет момента, дабы Бруда стала неудачная позиция. Но пауки, пауки. Единственный паук, он дает о себе знать. На топе. Тем временем. Бристлбека подцепили. Под амплифайт дэмэдж. Неплохой кинетикфилд на развороте. Бристал. Но сложно напились, когда у тебя амплифай дэмэдж, Thunderstrike висит, ботал, есть еще стейки, стал, ловит и тычка, оставалась буквально из спрея, глимсует в итоге шейкера. Шейкер также под амплифай дэмэджем, скоро будет стан, секунда остается до конца, касл стоит, воюет, висит путь на лоу хп, но живет. 6-2, уверенное начало за командой СГР. Ну и алхимик, 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 алхимик на миде тут пришел Куку, все улетели на базу, ну и лучше Куку на ботом пришел, там Бруда есть, опять же, это хороший фраг под достами. Седьмой уровень у Айсайры, не погибает он. Нетворк самый топовый, но тем не менее неплохо. Держится наравне с своим оппонентом Легион Командер. Против которого все-таки не так просто стоять. Тоже замакшены стрелы. Требует не так много маны. Ну и все, наступил день. Джесси вообще ничего не сделал. У него 0-1-2. Сюда приходит еще и Висп. Плюс один герой, было бы идеально. Ну и Алхимик стоит на прифарме.
будет фармить меку. Все-таки такой алхимик больше под команду, нежели под тебя заточенный. Вторая медалька, третий спрей. Легион Командер. 1700 золота, фарм на ультра фаст блиндагер. Он получится. По крипстату уже 107. 9 минута игры, но... Если бы все так просто. Хотя, опять же, Понотворс тоже Легион Командер, это в топе. Она всех крипов забирает, которые здесь есть. Это единственный плюс для команды Минески пока что. Ну что, Квапани Фидони тоже плюс, конечно. Ну и Полосан говорит, что пора. Пора, и Райер это наказывает за все грехи. Приходит. Паук все чекает. И Райер все почуял. Хотя непонятно, как он почуял-то. Но увидел, ушел. Напомню, что формат Best of 3, так что СГР имеет реальный шанс отыграться, делать сейчас 1-1. Но пока рано об этом говорить. Полос, он фармит леса с пауками. Паучки все-таки красивые, прям не могу. Ну и Легион Командер. 1800. Еще надо найти 450 золота, дабы купить себе блиндагер. 450 золота будут самые сложные. Алхимик, почти есть мека. Ну, знаете, для алхимика это не самый лучший тайминг-то. Хоть импонетворсом второй, но вот стаки. И спреем сейчас можно еще один стак сделать. Он решил просто отвести. Без спрея. Бристлбэк. 0-3-1. Да, когда пока что такое, что не позавидуешь явно. Дизраптор забирает баунтирову. Ну, там есть квоп. Глимсует ее назад просто дизраптор. Интересно. А вот такого прыгает. Соник вейв. Не хватает ведь маны. Поздновато. Нет, успел. Ку-ку. Стики не жал очень долго, но успел нажать. В итоге минус дизраптор. Легион Командер уходит, но Легион Командер пока что без дэмэджа. Полосан. Будет ли врываться? Там висп. А будут ли какие-то телепорты? Райер, больновато. Подпай дэмэдж. Стрела нажал. Дуэль. Какая дуэль? Какая дуэль, Райер? Что ты творишь? Хотя там отличная пистурка. В итоге дуэль выиграет про атак, но не хватает там отхила, дабы выжить. Ой, как же там сейчас был тимплей, но все сделано, потому что непонятно, дуэль. Но рисковал. Так или иначе рисковал, и, наверное, все-таки это была ошибка. Можно было просто бы убежать. Лардар. Также блиндагер уже готов. 2 золота остается, но вот Легион Командер. Как я сказал, вот эти вот пару сотен золота будут самые сложные. Надо бы их нафармить, купить чего-то. Так что придется постараться и попотеть. Hand of Midas. У Бруды. Да, и Сайра свое дело знает. Ну и на ботами. Ку-ку. Горит вышки, до свидания. Глиф есть, никто его не жмет, но я думаю, если сейчас никто сюда не придет. Кстати, идет сюда висп. Ну, висп не боец, хотя 4-1-3, с другой стороны, может и боец. Без ботинка, зато с урной, с ботлом, с замакшенными стиками, все, что хочешь. А вот элементарных сапогов нет. Слардар, блиндагер, полетел на ботом, и у ку-ку, могут быть проблемы. Слардар прыгает, отличная фиссурка, но нет Sonic Wave, поэтому лучше мне вать вышку забрал. Ку-ку и уходит. Все очень четко, погоня. Слардар, рядом находится алхимик, говорит, заваривай колбу, но колбу не заваривает в итоге. Забрал, правда, баунтируну, по натворсу топ-1, 0-1-0, 53 крипа, в то время как вот уже легион 112. Ну и блиндагер готов, это важно. Теперь главное, это блиндагер как-то реализовать. Обязательно нужно его реализовать. Смоук от команды СГР. Моментально он развелся, был Найтсталкер, тем более ночь. Ну и побежали на топ. Там есть Бристлбэк, который, несмотря на наличие Виталити бустер, будет снимать очень быстро. Пауки, много пауков. Ну и Минески разминулись. Разминулись их дороги, разминулись их пути. Бристлбэк, до свидания. Да, оказывается, он в ловушке, хотя на телепорт некуда делать. Хотя неудачный стан от Полосона. Но. Кинетик Филд, еще и Глимс там есть, если что, в наличии. Потейта. Рейджин. Хотя, смотрите, а пауков-то фармить неплохо. Еще один спрей, вот, а еще один минус пауки. Еще и стики, еще на тебе спрей в лицо. Минус висп. Проблемы также Айсайры. 7 стаков висит. Ну, такие должны убивать. Такие должны убивать, но 7 стаков это жесть, да. Еще бы немного, но идут на развороте. Буквально под вышку полезут. Почему бы нет, почему бы не попробовать. Дуэль есть.
Queen of Pain, ультимейт имеется. Так, находит Колосса. Она говорит, дуэль, дуэль, подожди, дуэль, я уже прыгаю. Ну где ты, Райер? А, блинк на кулдауне. Блинк на кулдауне, минус, ну там еще и дизраптор. Там много вариантов, кому дуэль давать, кому не давать. Райер обходит, знаете, кто так аккуратненько прыгает. А дуэль, а дуэль, а там Сайленс. Ой, как же не вовремя Сайленс появился. Можно Бруду подцепить, Бруда уходит, прыгает Стардар, который с байбека. Айсайра подрубает ультимейт. Райер в итоге ульты вообще никуда не нажал. Уже и Виспик рядом прилетел. До конца. Уже понимал, что уже не уйти. Хотя, может быть, и ушел. Черт его знает. Ну и Слардар с байбека получает. Плюс к деньгам. 250 золота. Дальше до конца. Там за курьером полетел. Ну, долететь не получилось. А вот у них инвизи. Оверклаб. Будет выходить Сэнш. Сашу Яшу. Бристал. Забирает, забирает. Как же неприятно, да. Чивик остается без руны. Еще и баунти. Когда баунти руну, алхимика забирает. Просто можно плакать. Раз, два, три, четыре стака. Четыре стака эншотов для Бриста. Но вот уже и вангвард какой-то появился. И, как мы видели, убивать не так просто. Может кто-то даже Bloodmail купить. Вот так вот жадный такой арт. Ну, не то, что жадный, на защиту выходить. Потому что СГР наглеют ведь. Надо как-то отвечать. Вибрудатов 2 по нетворцу, Полосан находит Джесси, но Полосан-то здесь один, его только подошел дизраптор, есть прозаатак, сдаются стрелы, ворваться, побывать, много ставят, тут просто вардов, миллиард врыв от Полосана, еще один, алхимик подрубает ульту, с другой стороны карты под вышкой, ну и будут ли действовать Минески, будут ли они действовать, ну Бристлбэк тут без хп, подходит Полосан, Полосан, стан, по двоим, колба, пошла и колба очень сильно продамажит, Райер ловит Сайленс, минус Райер, проблему у Куку также, нет Соник Вейва, минус Бристлбэк, минус 3, очередные, ну и релокейт был на 2 метра, но этого хватило, этого явно хватило, минус 3, минус вышка должна быть, да, там грызут пауки, летает еще и Бомбермен, 4-2-7, Кэрри Висп, Исриэл, ну и минус армор, минус 19, минус 19 армора. Ну и падает Рошан. Хотя летят. Побежал Джейсон, но он под пауками, его видят, и можно его еще и подцепить, Хинатик Билл ставится, но... Можно и лезть, ведь все имеется. Слардар прыгает, зацепил двух героев. Касл, фисурку дает, попадает в Виспан, но это не самый лучший фисур в жизни. Спайдер Линкс, минус Шейкер. Воп улетает на блинкауте. Бразоатак, снимает Amplify Damage. Что дальше? Ну, хоть одну дуэль-то за игру, да, и ну пора бы уже. Си-дэмэджи, это, конечно... Не очень круто. Брис словил стан. Джесси, проблемы. Войд, Соник Вейв, минус Виз, минус Дизраптор. Саппортов раскромсали. Блинкаут, Куку сделает Ли. Еще один стан, просто миллиард станов. Приходит Бродмазер и делает хил на Queen of Pain. Рейджинг Потейто уходит. Хотя не факт, есть там полоса, но уже прилетает Шейкер. Да, одна доля за игру. Одна доля за игру. Ну, сложно как-то дать дуэль. Не получает это делать. Телепорт от дизраптора. Бристлбэк может погибнуть здесь. Ну не то, что может, он уже погиб здесь. Он уже давно умер. Релокейт. Прилетает сюда алхимик. Уже заварил колбу. И на тебе по лицу. Да, что-то вообще у меня с игра идет. Вообще не идет. Сенжьяш уже алхимика имеется в наличии. Улетает назад висп. Улетает назад. И алхимик дальше фармить, активирует ночь. Но хоть Чизи убить, да, надо. Ну, они даже Чизи не могут подцепить, понимаете, в чем беда. Полосан убить сложно. Там Аигис еще придача. Давится Войд, пошел реген и говорит, иди сюда, поболтаем. Прыгает, стан, по двоим, прозатак. Надо, давай, Трайер, прозатак. Не дает. Еще на него Amplify Damage в виде Дизраптор. Дает Статик Шторм, Кинетик Фил, Трайер ловит стан. Плюха, плюха, плюха. 0-4-4, 29, но экономика там уже должна подорваться, да, до 7500 по золоту и 7 по опыту. Цифры не маленькие. Я тоже сказал, цифры очень не маленькие. Шейкер наконец взял себе ультимейт, но я не знаю, поможет ли он теперь. Хотя против Бруды вроде и помогает, но... Сомнительно. Когда алхимик такой уже опасный, врыв на Бриста, глимсуют. Колбет сейчас... Будет
просто на максимально возможную секунду заварено. Рейджин Потейта живет. Телепорт от Шейкера. Сейчас по Фисурку. Фисурка в никого не попадает. Хотя там было 5 героев энеми. Ну и здесь погибает еще и Шейкер. Что-то Мироски расслабились. Потом-то кадово расслабились. Аганим, хвп есть. Хорошо. И чего дальше будет? Там Бруда уже тоже нафармила Сенжьяшу себе. На просто топ-3 основной герой находится как раз в топе по общей ценности. Мегахилл от Бруды убивает снова бедный Легион Командер, потом в соло. Ну и одна доля за игру. За 20 минут одна доля была нажата. Куку вроде вырвал позицию, говорит, я готов рываться. У меня вроде и Аганим есть, но поможет ли все это? Это, я думаю, он понимает, что навряд ли. Тем более, когда Алхимик еще в команде СГР, и эта команда выигрывает, Алхимик все-таки такой герой более пассивный, нежели даже Квапа. Но когда Алхимик выходит с мида, и он даже второй по нетворчеству, там интересное, брейк на Джейси, рядом Бруда, вой дается, но это Спайдерлинкс, минус. Может, мы начнем следующий уже играть. Ну, тут просто графики растут каждую минуту, по 1000 золота, видят здесь еще и Бристлбека, и какой-то релокейтик дать бы. Так, Бруда приходит, релокейт, будет ли? Нет, релокейта не будет, просто отгоняет, ставит сентри. Но очередная вышка падает. Да, прыгает. Полос, на этот раз его подцепили неплохо, станчик, релокейт, Висп прилетел, Полос она спасает, наоборот, как раз таки улетел, колба. Разряжается полностью целиком Бристлбека. Ну и пока ультимейт у Алхимика вообще ничего. Никак не запустишь и не убьешь. Легион команда вроде в позиции. Полосан, Бисору, словил, Райер, прыгает, Полосана, убить получится ли? Убивают, конечно, это всего лишь Аегис. И вот он, Чибикс, пошел наваливать, ульта только-только закончилась, спрей, минус так или иначе Легион Командер, минус Висп. Рейтинг по Тейде живет, насал по Чибиксу, депаут от Полосана, Полосан-то также не улетает, это минус. Три суммарно, если считать Аегис, размер на двух героев, но с такими графиками Минески получили очень много. Еще и дэмэдж получил Легион Командер. Как? Никак, но дэмэдж есть, да. Хоть Аегис, не Аегис, но получили. Еще и вышку можно попробовать убить. В итоге боя 1500 золота. В виде дизраптора. Дизраптор оказывается в ловушке, на сальчике, депаут и... Улетает. Да, улетает. Правильное решение сделал дизраптор. Что именно, кстати, отправил... Бристлбека назад, а не Квапу. Шейкер фармит чужие леса, да, хоть как-то ему надо находить место, чтобы фармить. Кримсон Гвард, Бристлбека, ну уже хоть что-то, да. Рейджин Потейта все сложнее убивать, мы это видим. Если, опять же, будет качественная дуэль, качественная фиссура, качественная ХСЛМ, то вполне возможно, что Миноски смогут откомбэчить. Опять же, там цифры не самые лучшие, когда ты играешь против Алхимика. Прям не самые-не самые. Райера нашли. Райер. Пашек, до свидания. Да, фармить вот так вот нагло, когда проигрываешь 10 тысяч на своих же энджетах, стоять без вижена, по сути. С другой стороны, это вижен был, но вижен был немножко не там, да, то есть вот эти вот проходы не видны были. Вот здесь был вижен, но вот, вот этот конкретно проход. Непонятно, как Легион здесь погибло, вроде опять же вижен-то и был на топе. Айсайру, можно попробовать убить, Фисурка, а где ваш вижен? Где ваш вижен, команда Минески? Ничего нет, колбу заваривает Алхим, Джесси ваш, до свидания, вот это Легион Командер, Бриста возвращает назад, говорят здравствуйте, Кримсон Гвард, но он опять же тут, как видите, погоду уже не делает. На сальчике, на тикфилд, Рейджин Патэ это застревает, ненадолго, ну опять же идти-то не получится никуда, БКБ уже и у Слардара, и у Бруды, там и Алхимика, думаю, подоспеет при желании, у него Гиперстоун, будет Кираса. Даже Аганим некому покупать, кроме дизраптора. Так бывает. Некому. Никому он не требуется.
27-11. Да, Панатворс опять же по-прежнему дыра. Команда Минески. Полосан под центрой. Как-то бы подцепить бы его хотелось бы. Его чисто такой бристлбэк. Говорит, я глупенький. Полосан. Дасты. Ну, отличный блинкал. Правда, немножко не туда дают. Дуэль. БКБ. ЭХСЛМ. Полосана. Убивают. Шейкер. Мека живет. Пока что Шейкер. Колба залетела. Надо бить в лицо. Начинает бить в лицо. Отходит. Ну и все, слушайте, это минус Лордара, так же плюс дэмэдж, Кираса появилась у Алхимика, но с Лордара не будет, без Лордара лучше никуда не лезть. А то можно и получить. Ну вот он, Шейкер, наконец-таки, ХСЛМ. Мы увидели в этой игре, и при этом он был очень хороший. А вроде зарядил. Ну и вышку надо идти забирать. Глимсанули Бристол Бэка. Так вот, так вот. Они гнались даже за кем. Интересно. Догнались, да не догнались. Ну и плотмейл куку. Шива, конечно, нужна. Так спид сейчас решает у команды СГР. Да и опять же, да, инты много. Дэмэдж дополнительный. Все это нужно. Потому что иногда вот этого дэмэджа немного не хватает. Плотмейл. Нет, угар клаб. Бристлбэк плэтмейл. Ну, здесь будет Кираса, там будет Шива. Выходит в армор, да, дабы выживать, дабы переживать все вот эти вот колбы, удары, бруды, слардары, и потом как-то уже дождаться момента, когда БКБ не будет активирован. В общем, много всего. Бристлбэк улетает. Алхимик. Климс отличный. И до свидания. В видимости Бристлбэк. Колба заряжается на 0,5 секунды. Начинает Алхимик в лицо бить. Бам-бам-бам. Лордар также заходил за спину, в случае чего, и просто один против пятерых. Но живет долго, живет очень долго, что похвально, конечно. Один в поле него. Ну, такой вот тэп-аут, конечно, это круто. Вопросов ноль. Фармить в чужом лесу, когда ты проигрываешь 17 тысяч золота, тоже, наверное, решение клевое. Но, видимо, нет. Эгис с Лордаром. Как я понял, кстати, сейчас поступил инфа, что игры New Team 1, 2, 3 и Monkey Business не будет по причине того, что играют все Open Qualы. И команда New Team 1, 2, 3 в принципе не существует больше. Теперь это команда Price, но там ушли некоторые игроки. Так что мы после этой игры вернемся назад на первый канал. В общем, так получается. Ладно, не суть. Сайленс по полосу, но полосом просел. Но пока живее живых. У него есть Аигис, он опять же разводит толпу. Дабы она на него прыгала. Опять же, Фатейта начинает рейджить на Чипикса. Плюет. Уже три стака висит. Ну, рейджинг. Главное, далеко сильнее не заходить, конечно. Это может быть плачевно. Дасты. Лордар. Стан. По двоим. БКБ. Прайз-атак. Врывается Бруда. Джесси Ваш. До свидания. Рейджер Фатейта оказывается один снова против всех. Пытается уйти. Ловит стан. Под Кримсон Гвардом стоит, но это особо не спасает. Гудлайк Айсайра. Блинкаут от Queen of Pain. Ну и вышка. Здесь должна падать. Байбеков нет. У Бриста нет. Любим командер не будет байбека, ведь тоже Стардар прыгнул. Никого найти не сумел. Прожимается Калиф на 7 хп. Вот это мастерство. Это мастерство. Ну и падает. Милибарак. Падает рейндж-барак. Команда Минески не знает, что делать. Но есть ХСЛМ, окей, есть ХСЛМ. Но там Аегис, там спрей. Сложно ворваться, когда там спрей и блинк тебе сбивает. Ребята из команды СГР, они не собираются уходить фармить. Нет, они собираются закончить и начать третью карту. Видим. Поехали верить действиям, что это действительно так. Чипикс, ульту, подрубил. Касл, закрыть как-то, может быть, алхимики можно, но... Глиммер Кейп и просто бам-бам-бам. Дальше Свардар, врыв по двум героям. Пошла колба, ХСЛМ дается колбу. Надо куда-то кинуть, кидают колбу по Шейкеру.
Здравствуйте, Куку. Куку есть байбек. Делает байбек Queen of Pain. Бристлбек начинает снова плеваться на него. Его даже не замечает. Его будто не замечает. Шейкер, ворваться надо куда-то. Опять же, отлично стан от Полосона. Минус Шейкер, минус Травер. Есть у регион командера байбек. Соник Вейв, Тебау. Вот Дизраптор не получается, но... Ребята понимают, что как бы да, это все круто, но... Good game. Но пора сдаваться. 1-1. Продолжается война. Ждет нас третья карта через пару минут. Мы вернемся на канал, по всей видимости. Dota 2 Rohab.